Я знаю, что он меценат, что он занимается благотворительностью. Это очень приятно. Больницу построил. Хороший человек. Я разговаривал с его работниками. Хорошо отзываются, они получают премию, стабильная работа. Много рабочих мест, это уже во многом говорит. Благотворительностью занимается, благоустройством города. Вот, и я думаю, этого более чем достаточно. Человек занимается благотворительностью. Я знаю, что квартиру подарил людям, человеку, который пришел из зоны АТО, вот инвалид там, трое детей или двое, подарил квартиру. Он благотворительностью занимается. Он очень хороший человек, меценат. Благотворительностью занимается, там помогает, больницу вроде бы построил. Я знаю, что он строит хорошие дома, так европейские дома, видно хорошо так. Благотворительностью занимается. Очень много полезного делает, постройка таких ну, красивых и ну, реально прекрасных домов. Я сам строитель и знаю, что он, ну, делая это, ну, хорошо как бы инвестирует деньги в плане этом. Ну и помогает людям обрести жилье. Город как бы преобразовывается в лучшую сторону с его помощью.